Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер, я вернулся! Я сам несказанно рад этому, ребята, вы бы знали, как я рад, что наконец-то у меня есть возможность продолжить работу на канале для вас, записи прохождений, вот. У меня, как вы видите, на голове сейчас новая гарнитурка под названием SteelSeries Siberia 650. Вот, это такая ненавязчивая реклама. Звук вчера отстраивал, пытался все привести в норму, вроде бы настроил. Вот, ну, по крайней мере, звук должен быть гораздо лучше, чем в последних двух сериях, которые были еще летом записаны с ужасным микрофоном. Не пойми каким звуком, мне аж прям стыдно, извиняйте, вот. Ну, сейчас, надеюсь, все будет лучше, вот. Так что, в общем, я вернулся, я в своей квартирке, апартменте, one room, называйте как хотите, вот. Я сейчас пока как раз не работаю, и у меня есть время поработать на свой канал. Слава тебе, Господи. Вот, ну что же, перед нами Need for Speed 5, Porsche Unleashed, естественно, это уже какая там следующая, в общем, серия прохождения. Мы продолжим, значит, восхождение к Олимпу NFS 5 Porsche Unleashed, ну и как обычно, начнем с заводского пилота. По пути я еще много чего буду сейчас рассказывать. У меня эта серия будет типа как еще и бложиком таким. Вот, потому что много чего произошло. Как вы видели по последнему моему видео. Вот, расскажу, что вообще ждет нас дальше. Так, тем временем, вот, какая-то тетка тут вылезла. Рада тебя снова видеть, орел, игл. Похоже, ты был занят в последнее время, когда я тебя видела. Так, чего они тут делают? Мы сделали, в общем, трассу с лалом на... на каких-то трассах, ну, бэкроудс, типа на задворках или что-то такое, какие-то дороги, в общем, не общего пользования, видимо. Так, ладно, поехали, ладно, чего там. Трасса довольно узкая, и эта машина очень легкая. Я наблюдал за тобой и, говорит, не очень впечатлена. Я видала, говорит, и получше. А это, короче, эта машина, эта трасса, в общем, протестят твои навыки. Вот так вот. Ну, посмотрим. Такая тетка дерзкая, прямо дерзкая, конечно, попалась. Вот. Так, и что же тут у нас? Ё-моё. Ой. Ой-ой-ой. Ой, мне страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда мы едем? Черт возьми, куда мы едем? Я ничего не понимаю. Воу! Ну, блин, конусов вы, конечно, не пожалели. А чего там ее тайм 45.72? А надо... А, 49? Пфф, с первого раза еще и со сбитым конусом. Да, тетя, тебе надо будет постараться получше. Чтобы нас нагнуть.
Ну, женщины, чего они? А, она в силу своих возможностей, видимо, нас оценивала. Поэтому, да. Так, ладно. В общем, мы по одному заданию делаем, как обычно. А то скоро кончится уже. Уже 75% было, сейчас уже 80 с лишним, наверное. Так что давай, тетенька. Отдохни, набери сил, потренируйся. Я, ё-моё. Я, ё-моё. За рулем не сидел 2 месяца, даже больше. И то смог. Так. Теперь идем, естественно, в эволюцию. Load game. Так, 51% карьеры. Только половина, да ладно. У нас там уже к концу подходит золотая эра. Так, в общем, я тут перед записью зашел, потому что я забыл напрочь, что у нас тут было, а что не было. В home и в комнату трофеев. Короче, у нас осталась только одна гонка не пройдена здесь. Это вот это 917-й кубок. И остальное все пройдено абсолютно. Единственное, что вот эти два кубка трофея, они сданы на серебро. И я думаю, мы займемся в этой серии вот как раз прохождением вот этого всего дела на золото, дабы все это дело закрыть правильно. И пройдем трассу 917-го. Вот. Вот этим, собственно, и займемся. Ну а что же? У меня 50 тысяч всего, а 917 стоит 200 тысяч. Поэтому давайте я, наверное, сейчас опять же таки поставлю на паузу, накопычу денег и уже вернусь, когда у меня будет сумма для покупки 917-го. Вот как-то так поступим. Так что давайте увидимся, когда у меня будут деньги на это все дело. Все. Увидимся, когда я стану богачом. Так, ну вот, я вернулся. Теперь у меня 290 тысяч. Сейчас из них 200 мы потратим на, соответственно, Поршик 917. Шорт Тейл. Так, он у нас Ньюкарс только есть, по-моему. Вот, и значит, нам останется проехать этот самый чемпионат этих самых 917-х. Так, да, 70-го года он. Ну что же, берем. А ну-ка, change color. This car is only available in this color. Ну ладно. Не хотят они нам менять. Так, yes. Yes, EBHSS. Так, осталось 90 тысяч. Я вот только думаю, хватило бы нам этих 90 тысяч на ремонт, например. Потому что тачка стоимостью 200 тысяч. И ремонт ее будет не слабый по-любому. Так, тут, ух, за победу 150 почти отбивается сумма, потраченная на машину. Так, ну что же, поехали. Посмотрим, как сейчас будет бомбить. Не думаю, что удастся с первого раза проехать все это дело. Так, Car Repair. Ну, она новая, естественно. Ну что же. Так, а давайте квалу проедусь. Хотя бы посмотреть, что за трасса. Хоть чуть-чуть пристреляться к ней. Ох, да, вчера я, блин, даже не вчера, я 2 дня, даже можно сказать 3 дня последних потратил на настройку. А чё все вместе-то, ё-моё?
Дайте мне одному проехаться. Воу. Короче, очень много времени убил на настройку компа. Ничего себе тут траска. Да, к ней надо будет привыкать. У меня винда полетела. Надо было сначала переустановить винду. Ну, винду я, в принципе, переустановил еще недели две назад. Но потом, когда начал все настраивать, здесь оказалось, что у меня куча драйверов, каких-то библиотек не установлено. Все отказывается работать. Sony Vegas не хочет работать. OBS, в общем, много времени убил на это. И нервов, самое главное. Времени и нервов. Как это обычно бывает. Вот, ну, в итоге победил. Вчера вот занимался уже такой отладкой. Последний, ну, просто OBS, все работало. Единственное, надо было там уровень картинки, уровень звука настроить. Вот занимался этим достаточно долго тоже. Ну, в итоге вроде неплохо отстроил. Вот, и потом принялся, в общем, я, как вы знаете, у меня же PS4 Pro себе взял. Вот у меня почти двое суток выкачивалось Gran Turismo Sport. Вот, и значит, вчера я все-таки его запустил. О, ребята, вы бы знали, Gran Turismo Sport, это, конечно, я на поле квалифицировался, вот это да. Блин, проспал старт. Ой-о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 й
я не знаю. Ну вот у меня всякие эпитеты типа великолепно, восхитительно, они вот как-то не отражают. Она немножко в другом. Она вот как, не знаю, у меня вот с какой-то сказкой. Так, сейчас, блин, звонят. Так, да, позвонили. Завтра на работу выйду. На завод. Так вот, короче, Gran Turismo это игра, короче, сказка. Вот ее включаешь, и как будто вот ты, не знаю, в добрую какую-то такую прям сказку попал из детства, что-то такое, ну прям настолько четкое, не знаю, теплое ощущение. Но я не знаю, как это объяснить, черт. Это в натуре какая-то магия, блин. Кто-то, может, назовет это фанбойством, блин. Может быть, да, черт возьми. Но, елки-палки, я ни в одной игре такого не ощущал. Это прям вот. Как будто, я не знаю, вот долго-долго дома не было, вот как я сейчас, да. И потом ты приезжаешь домой, а тебя дома встречает, там, не знаю, мама, бабушка. С какими-нибудь там пирожками, я не знаю, все такие окружили тебя заботой, теплом. И тебе так четко, блин. И вот, ну реально, какие-то похожие такие ощущения очень в Gran Turismo. Вот, как будто попал домой. В свою вот атмосферу, к которой ты привык. Да что ты, блин, все время здесь вылетаю. Да, ну надо будет, конечно, привыкать к этой трассе. За два круга квалификации я нифига ее не запомнил. Такие повороты. Вот такое впечатление, что она еще не тормозит ни хрена. Да, разбил ее, конечно, хорошо. Ну ладно. Ага, чё ж там за трек-рекорд, что я так косячив его побил. Так, ладненько. С первой попытки, ну хоть не последний. Вот, так что Gran Turismo Sport, ну это как бы вот такие общие, да, фразы. То есть сейчас
попытаюсь рассказать что-то такое, что я... О, а тут за четвертое место еще и денег не дают. Прекрасно, просто прекрасно. Ладно. Вторая попытка. Так, а ну-ка, насколько я ее разбил? Так, это движок. Это body suspension. Так, чутка. Вот, тормоза, да? Тормоза прям надо вкинуться, потому что она и так не тормозит нифига. Все не так много, в принципе, как я опасался за починку. В общем, из таких уже, ну, каких-то серьезных вещей, которые можно сказать про Гран Туризмо. В общем, графон просто классный, бомбический, я не знаю. Я такого освещения нигде еще не видел. Именно освещение, ребята. Освещение это настолько вещь, ну как бы значимая, что это просто ну нереально, как они вот такой картинки добиваются просто за счет правильного реалистичного освещения. Они столько, видимо, сил вкинули в это, что просто жесть. Так. Запинали, запинали, запинали. Жужжат мухи, блин. Поработали со звуком. Теперь точно, да, однозначно. Ну, до этого я тоже уже там звуковые всякие видосы видел, где именно сравнивается звук, показывается. Правда, я еще на мощных тачках не ездил. Я там только лицензии сейчас прохожу на всяких обычных, ну как знаете, первая лицензия она на обычных дорожных машинах проходится. Но даже по ним уже заметно, что звук стал ну реалистичнее гораздо. Вот. Это значит графика, звук, плюс онлайновая составляющая в игре теперь прям, ну они над ней видно тоже трудились, прям вкидывались, вкладывались в нее очень сильно. Прям игруха на онлайн завязана очень мощно. Каким макаром? То есть чемпионаты мне сейчас в онлайне недоступны, потому что у меня тупо нету PS Plus. Я обязательно, как будет возможность, себе куплю PS Plus, но сейчас у меня, ну то есть, я сейчас даже его купить не могу. У меня скорее почему-то оплату карточки не принимает. Это мне надо как-то опять с Васей, наверное, будет созваниваться, чтобы он оплатил. Ну а я ему потом верну. Вот. Как-то так. Но то, что сейчас доступно даже без PS Plus, это, например, встроенная социальная сеть теперь в Gran Turismo своя. И она теперь работает не глючно, как это было там в пятой части. Тоже что-то они пытались там такое сделать, да? Или там в шестой. Инстаграм там, короче. Ну, фоточки выкладываешь, там могут тебя лайкать, комментарии писать, отзывы, делиться своими в ответку фотографиями, в общем. И работает все быстро. Вот этот вот дизайн похож, кстати, на пятую часть. Вот как в пятой части, типа 3D рабочий стол был, да, что машины там показывались с разных ракурсов, именно, ну, как трехмерные вот модели на фоне разных там достопримечательностей. Сейчас здесь примерно то же самое, только еще это развили. То есть сейчас менюшка выглядит просто божественно, блин, бомбически. Но это теперь работает быстро, понимаете? То есть мощей, ну, по крайней мере, PS Pro, PS4 Pro хватает на это. И все летает, и при этом так все красиво. То есть, ну, у тебя реально 3D рабочий стол такой, как будто. На фоне прекрасной машины, эти машины прекрасные на фоне прекрасных пейзажей, блин, очень все круто. Вот. Плюс вот, да, интернет-составляющая, это тоже сейчас. Это при том, что у меня интернет очень глючный. Вот одна из причин-то, почему я вам это все словесно рассказываю, понимаю, что лучше бы стрим
провести как бы по этому делу всему, но нету у меня возможности сейчас. Ну, просто интернет очень плохой. Ну, у меня, я говорю, двое суток только сама игра качалась. Вот. Поэтому, ну, не получится сейчас. Реально, ребят. То есть сейчас я смогу для вас только вот делать прохождение. Прохождение, да, добьем. Далее посмотрим. Может быть. Хотя я даже не знаю, как проблему с интернетом решать. То есть здесь у меня вот сейчас проводной интернет. Ноутбук подключен через проводной интернет. Сонька к Wi-Fi. Но проблема в том, что он очень плохой и там, и там. То есть, что проводной интернет, что Wi-Fi, ну, скорость просто никакущая. Так. Да чтоб тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вообще не едет по этим пескам, барханам, блин. Вот. Что касается из минусов Gran Turismo Sport, они тоже есть. Не думайте, что она всем прекрасна прям. Минусы у нее, собственно говоря, сводятся все к тому, что мало наполнения. Реально мало. То есть это пока, как я вот смотрю, это даже не пролог. То есть чемпионатов... Они, если и есть, то они будут чисто онлайновые. А сингловая кампания, она, в принципе, сводится к тому, что ты пройдешь лицензии. А задания, и то они не лицензии уже здесь называются, а там как-то задание, что-то такое, я не помню. Потом есть ознакомление с трассами, это тоже, в принципе, лицензии те же, ну только там уже по трассам ты должен будешь ехать, ну типа как супер лицензии, да? Предыдущих частях. Вот. И, собственно, все на этом. Есть аркада, где, да, ты едешь с соперниками, но там не дают тебе ни денег, ничего. Просто по трассе прокатился. Можешь там вдвоем с другом. Ну, в смысле, разделенный экран. И это все. Остальное это все либо онлайн, будь добр. Либо все. Вариантов других нету. Машин не знаю сколько, как бы не считал, но все машины проработаны, никаких там убогих моделек из предыдущих частей, все по максимуму. Везде есть салоны. Ну, правда, я не знаю насчет этих. Насчет концепт-каров Vision. Я на них еще не ездил тоже. Ну, это тоже я про все это расскажу. Вот. Ну и как бы, да, наполнение, конечно, маловато. Именно что касается чемпионатов и, ну, машин, да. Понятно, что в шестой части было машин, ну, там, за 1000-1300, по-моему. А здесь сразу, ну, я не знаю, их максимум тут штук 300. Хотя это тоже, блин, цифра не маленькая. Но просто в Gran Turismo как бы, ну, обычно гораздо больше. Вот. Что там? Есть много историй, очень много историй. Прям с начала 20 века. История автомобилестроения. Все это сопровождается слайдами, видео. И это тоже круто, на самом деле. Прям игра-энциклопедия. Вот. Что еще? Физика. Когда шел бета-тест, я помню, многие жаловались на то, что да, графон, там туда-сюда, но типа физика вообще не изменилась со времен шестой части. Я не знаю, что там было в бета-тесте, ребята, у вас, но, блин, физика изменилась. И прям это ощущается на кончиках пальцев. Я играю с джойстиком, а не на руле. И даже на джойстике
Ну просто физика, они ее, видимо, с нуля переписали или как, я не знаю это. Но физика доработана, прям это, ну, чувствуется. Тоже они в физику вкидывались, вкладывались. Машины сейчас прям ощущаются гораздо, ну, лучше, что ли. Хотя, опять же, я ездил только, говорю, на пока еще таких дорожных городских, типа, тачках. Но и на них все как бы хорошо, заметно, видно. Вот. Так что Физон тоже переработан, все отлично. Единственное, я говорю, вот прям такая серьезная претензия, это то, что по сути сингловой компании нету. Так что, Януш, ты вот как бы спрашивал, есть ли там сингловая, я тебе тогда, помню, отвечал, что да, будет. Ну и я помню, говорили, что она будет. Ну вот они, наверное, это и имели в виду. Но по сути ее тогда получается, что и нет. Вот. Я думаю, они ее будут дорабатывать. Может быть, что-то появится. Может быть. Плюс онлайновая составляющая. Я ее вообще сейчас оценить никак не могу. Как она себя ведет в онлайне игра. Может, чемпионаты будут онлайновые. Какие-то задания, еще что-то. Не знаю. Но, по крайней мере, сейчас вот так дела обстоят. Сингла как бы, ну, нет. Блин, третий круг, черт, и он меня обогнал. Вот, но в целом я очень доволен все равно. Я прям доволен почти как слон. Ну ладно, уже хотя бы позади второго, долгую часть лидировали. Так. Сегодня буду катать, продолжать. Сейчас вот у меня... Я сейчас на PS4 Pro, вот она у меня тут рядом сейчас стоит. Вот он, джойстичек. Кстати, да, действительно, подсветка теперь есть и на... Ну, вот этой вот сенсорной панели. Ну, и вот тут. Ну, не знаю, джойстик, конечно, разряжается быстро из-за всех этих подсветок. Да, там можно тусклее ее делать, тусклее, но все равно быстро разряжается. Где-то, я не знаю, я играл, в принципе, недолго, пару часов, может, часа три, только в GT больше не играл. Ну, так, даже в режиме покоя он за день разряжается, просто лежит, я ничего не делаю, он раз выдает информацию, что разрядился. Вот, значит. И сейчас я на свою PS-ку выкачиваю те игры, которые у меня есть. Сейчас тут качается Dirt и Резик 5. Резик 5 почти скачался, осталось 400 мегабайт. Но эти 400 мегабайт будут, блин, качаться еще, не знаю, часа полтора. Вот. Иногда бывают всплески, вот прям видишь, что побежали, побежали циферки, хорошо. Ну это бывает вот буквально на 10 минут, бах, потом снова просадка такая прям мощная. Вот. Поэтому я говорю, стримить. Можно вот попробовать будет, когда, допустим, снова вот что-то такое появится. Разгонится там, я не знаю, скорость. Попробовать включить. Ну, я думаю, там будет тихий ужас. Так, ну ладно, давайте еще одну попытку. Эх, надо было квалификацию проехать. Что-то в квалификацию они прям плохо едут. Я с первой позиции тогда стартовал, раз проехавшись. Так, и куда ж ты вылез-то, пацанчик?
Они вот в ВТС-ке едут медленно. Да отвянь ты от меня, прямо жопу мне долбит. Кстати, какое пибиканье? У нее вообще не должно быть никакого гудка. Это, блин, не то, что спорткар, это спорт-прототип. И о чем вы вообще говорите? Какой гудок? Блин, вообще морда расквашена просто в хлам. Шмарики. Так. Они вдвоем, что ли, там сразу меня преследуют. Щелчки такие тоже. Коробки передач. Так, так, так. Мне прям казалось, что он совсем прям у меня в хвосте уже. Мне что в Гран-туризмо хочется, это взять уже какие-нибудь мощные машины и на них поездить. Мне прям в видосах, где вот показывали звуки там, как обновили они, мне очень зашло звуки коробки передач, вот как они переключаются, это прям вообще настолько реалистично. Я прям сам хочу это ощутить. Так, ну вот, с какой мы там, с третьей, с четвертой попытки все-таки выиграли этот чемпионат. Отлично. Так. Сейчас поедем добивать то, что у нас там серебро было. А, и да, мне Porsche зашли. Я прямо зашел в салон Porsche. Я, наверное, там минут 40 только на них любовался. Там всего, по-моему, 4 модели Porsche. Вот, там 911 GT RS, вот так вот. Прямо на него любовался вообще. Вот. Логвинов правильно, кстати, сказал, там на каждую модель есть типа, ну, показ такой, да, можно включить, где машина едет по трассам где-то, по таким красивым, прям показывается, да, и там внизу бежит строка с ее там показаниями. Очень похоже на то, что в Need for Speed'ах вот как раз вот в четвертом, в третьем было. Даже... А, ну нет, здесь уже нету Porsche Unleashed. Вот, ну... По крайней мере, в совсем ранних там... Там во второй, в третий точно было. Вот. И вот Gran Turismo это прям смотрится офигенно, конечно. Это вот старички поймут. Те, кто играл там в первые NFS. Очень круто. Такой жанр он называется автопорно, да, когда на эти машины прямо вот, облизывает, слюна там течет. Прям смотришь. Ё-моё, какой же ты разбитый. Так, чиним. Так, это что у нас? Вишка. Бади нафиг идет. Это мортеры. Тормоза. Пускай думают, что мы просто на хламе приехали. Но на самом-то деле машина будет. А, начинка вся прям, ну... А! Еще что не сказал. Режим раскраски. Черт возьми, как я его ждал, как я его ждал. Первый раз я такой режим увидел в... Где там? В каком-то из Need for Speed'ов он был, что можно было вот эти вот декали, да, клеить там все вот как... Абсолютно как ты хочешь, как желаешь, все по твоему вкусу. И вот здесь это есть, да, ты можешь раскрасить
тачку прям в разноцветный, просто такой вот, ну не знаю, как... Ё-моё! Вот это да. Чё он так замедлился-то? Вот, короче, там вплоть до зеркал, диски, спойлер, разные цвета, все это можно покрасить. А, то есть тачка у тебя будет... Ой-ой-ой. Ай, догоняют. Ну, просто как, короче, тачка будет как новогодняя елка. Прям вот... Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да что ты, блин, столбик этот чертов. Вот, и короче, это круто. И можно наклейки всякие клеить, раскрашивать ее, то есть спонсорские какие-то наклейки, вещи там, плюс... Ну вот я там себе бибенду мы этого наклеил, мишленовского, ну, человечек этот. Похож на как на то, что было в этих охотниках за привидениями, этот зефирный человек. Иди вон. Так, здесь вроде мы догоняем чутка. Ну блин, вписываемся в задницу и не можем пройти, охренеть. Так, вот, шел вон. Блин. Он быстрее разгоняется. Зараза. Короче, я вчера залип в этом режиме, наверное, часа на полтора. Раскрашивал там Civic свой, ну мне там первую машину дали Civic. И вот я его прям там с любовью так раскрашивал. Писать можно там по буквам, прям можно, ну, декали клеить. И можно, получается, ну, из этих букв вообще любое слово клеить. Там, правда, русских нету букв. Ну... Если постараться, можно даже нашу любимую мантру написать из трех букв где-нибудь у себя на заднем спойлере. Так, отвали от меня. Фу, пошел вон. А, да? А я что-то думал, что-то я... Думал, это еще не финиш. Ну хорошо, 5 с первого раза прошли. А, сейчас. Тут дело не в деньгах, конечно, тут мелочь совсем дают по нашим нынешним бабкам. А, тут дело в престиже. Че там, 6 тысяч, ё-моё. Я ее починил дороже, ёлки-палки. И сейчас разбил еще дороже. Вот, дело в престиже. 944, сколько тут, 6 тысяч дали, ну тут чуть-чуть больше, 8. Вот, конечно, за 959, вот это я помню, вот это мне надолго, блин, запомнится, вот эта бомбежка, когда у меня пукан просто в стратосферу улетал. 959, это кошмар. Хорошо, что я его все-таки проехал на золото. Так, 928. Ух ты! Смотрите-ка, он у нас ничего такой с виду. Кто-то починил, пока меня не было. Единственное, тормоза что-то вот не сменили. Ну, поехали, что там. О! Вы гляньте-ка. Все, Resident Evil скачался. Я вам говорил, за полтора часа скачается. Нет. Выкачались эти 400 мегабайт. Все, резик 5 скачался. Сейчас осталось дирт выкачать. Ну, я по очереди ставлю.
Дирт. Потом, что у меня еще останется? Ну, шестой резик надо будет скачать. Life is Strange. И... что-то у меня там еще есть. А, Beyond Two Souls. Beyond Two Souls. А, Project Cars еще. Ёлки-палки. Короче, еще качать и качать. Короче, на неделю, да, я завязан в этих... в выкачках. Ой-ё! А чё там, какие-то леса стояли или чё это было? Блин, морду расквасил уже. Ой! Понаставили, понимаешь. Шёл вон. Плохо, что они не врезаются в эти. Для них... препятствий, блин, не существует. Это нечестно. Так, нечестно. О, вот целых три круга. Воу-воу-воу, вот это да. Чуть не сделал кувырок через крышу. В общем... если у кого-то есть Gran Turismo Sport из зрителей, вы пишите тоже о своих впечатлениях от игры. Что вы о ней думаете? Потому что, ну, я-то давний фанат серии Gran Turismo. Хотя, думаю, на моем канале мало народу, кто не любит Gran Turismo. Поэтому вряд ли кто-то прямо... будет откровенно хейтить. Ах ты, зараза. Беляшка. Наваливает сметика. А ну стой. Ты чё? С ума сошёл, что ли? Да как он так... ходит-то? Несло, пацана. Вот и нефиг. Да чтоб тебя. Снежные наносы. Потому что как мне понравилось, кто-то в комментариях давно уже, правда, написал. Ну, собственно, поэтому и не помню, кто именно это был. Писал, что Gran Turismo у меня каналообразующая игра, как бы. Ну да, правильно. С нее начинал, в общем-то. Ну, прикольно звучит. Каналообразующая игра. Поэтому, в общем, раз она каналообразующая, поэтому почти все и... на Gran Turismo и подсаживаются здесь на моем канале. Ну а потом уже все остальное идет уже после этого. Блин, вот я помню, вот то же самое было. Вот то же самое, почему я не выиграл с первого раза. Ты, блин. Ну ты урод, Белян. Так же вот улетел в этот поворот. Стрёмненький. Ладно, сейчас пройдем. Даже денег дали, 6000. Обалдеть. Так. Все равно мы сегодня добьем все на золото и перейдем в золотую Modern Era. Все останется нам только на современненьких, да, Porsche 90-х годов. Уже 20 лет прошло. Кошмар! Сказал я это и ощутил боль старческую.
ломоту в костях. Кошмарики, а так, кажется, вроде недавно это было. Ностальжи. Ну, собственно, ребята, мы здесь ради этого и собрались. Покряхтеть о былых временах, что раньше было лучше, не то что сейчас. Вот они, настоящие автосимуляторы. Сейчас все, что есть, это попса. Школу тени понять, ололо. Ля-ля-ля, мумухрю. Ну и все такое. Все такие высказывания старых пней. Бэм-бэм. Ай-яй-яй. Зря я, блин, по левой поехал. Зря, да-да-да-да-да. Слишком острый угол получился. А вообще, что я себе решил тут понабрать всякой электроники? Вот я начал с наушников. Ну вот чё ты, во что ты там вот вписываешься? Нету ничего. Невидимая какая-то стена и все. Блин, когда там начинать тормозить? Понятно. Так, этот белый, блин, вырвался. Снова на второе место. Вот, мне стало дико скучно, на меня стала прям депрессия наваливаться. Ну, чё-то давно я здесь, видать, уже. Меня эти корейские рожи заколебали, блин. Я думаю, все, если я сейчас себе не куплю что-нибудь и, блин, не начну какую-то деятельность на канале, короче, все, я отсюда свалю. У меня сил уже просто не было. И вот, я купил себе наушники, в общем... Я бы, может, и раньше начал все это дело, но у меня ноутбук дико перегревался. Я начинал писать видео там минут через 5-6, я вот даже засекал. Через 6 минут он у меня тупо вырубался просто. Он у меня сильно перегревался. Поэтому потом я себе купил подставку. Ну, вот, знаете, такую с вентиляторами. Вот. Подставку купил. Да что ты, блин, ну я же затормозил, ну, еще этот под жопу подлетел. А, ну это второй круг только, ладно. Вроде уже оттормозился, ну до такой степени, что там как инвалид ехал. И это, блин, фигня тут. Куда ты, блин, стой. Кому отрывается. Вот, купил, короче, подставку, ноутбук перестал перегреваться. Думаю, ну все, теперь можно зашибись. Вообще просто идеал. Березы эти. Ну, я не знаю, не знаю. Сейчас я себе, конечно, жизнь конкретно осложнил. Этот дуралей сейчас уедет. Он шпарит просто по этим вот шпилькам, блин. Они ему ничего вообще никак не препятствуют. Читерство, блин. Стой, читер. Стрелять буду. Ну и, в общем, вот. Потом уже думаю, так, надо PS-ку покупать, потому что тут подходит срок выхода Gran Turismo Sport. А я не выдержу, не вытерплю, мне надо... Вот был мой шанс. А нет, шансы есть. Так, 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 спокойно. Белый. Пошел вон. Ух! Ну и на старуху бывает проруха. Блин, урод, вот его развернуло как мощно. Нифига у меня харя там разбита. Вот, ну и в общем купил себе вот PS4 Pro. Теперь надо еще телек 4К. Потому что вы видели, на чем я играю. У меня тут мониторчик стоит здесь в хате. Ну он же
типа телевизор. У него, я не знаю, 22 дюйма. У меня дома монитор больше. Вот, ну слава богу. Я еще думал, что на нем вообще не запустится, потому что если он, думаю, там не держит Full HD или хотя бы 720p, фиг запустится. Вот, но нет, там написано вон на HDTV монитор. Запустилось все. Даже что-то в настройках Gran Turismo вчера было написано, что 2К, ну я очень сильно сомневаюсь, что вот это вот держит 2К. Вот. Так что куплю себе еще телевизор. Я, правда, не знаю, как я это потом буду домой все тараканить. Это прям... Ну, сейчас я, если честно, сильно об этом не думаю. Пофигу. Отправлю почтой, я не знаю, голубиной. Сам по волоку. Как-нибудь, в общем, чего-нибудь. Вот. Так, что нам надо? Нам надо засейваться, да? Save game. А то вдруг сейчас что-нибудь и все. И пукан улетит. 5. Так, сейчас мы посмотрим, точно ли все у нас в трофи-руме золотится. Так, турнамент с трофи. Ха-ха, красота, ну вообще. Осталось Modern Era затемненная, но это мы еще все. Ого, здесь тоже, ну вот они, 944, 928, все золотишко и Racing Trophies. Ха-ха, ну просто великолепно, отлично. Все, значит, у нас пройдено со спокойной совестью. Обвешавшись золотом, можем переходить в Next Era. Congratulations, you have collected all the gold trophies and completed this era. Do you wish to advance to the next era now? Ну да, в общем, нас тут поздравили, что все золото. Мы закончили эру. Ё-моё, разрыв ушей, просто кровь потекла. Чё случилось-то? Почему звук такой? А-а-а, кошмар. Вот жуть. Я надеюсь, что у вас перепонные барабанки там не полопались. Не знаю. Все ж было прекрасно в игре. Ой, жесть. Так, вот, смотрите, ладно. Видимо, это что-то с симулятором не то в настройках, может. А может, я не помню. В прошлых, по-моему, видосах все нормально было. Modern Era. Но ее мы начнем уже в следующий раз. А, давайте, наверное, здесь сосейваемся. Типа, ну, какой-то final бонус есть. 58%. Странно, что мы уже прошли две эры, а у нас всего 58%. Причем прошли все на золото. Что, неужели Modern Era настолько больше, что она вмещает в себя не треть игры, а почти половину? Ну ладно, посмотрим. Все у нас это впереди. Засим хочу с вами сейчас распрощаться. Вот. Очень рад вернуться. Надеюсь, что вы тоже рады, что я все-таки вернулся. Вот сейчас видосики должны выходить с более регулярной периодичностью и с меньшими задержками. Вот. Не обещаю, конечно, и по-любому так не будет, естественно, что там каждый день по видосу. Нет, такого все равно, естественно, не будет. Но где-то, я думаю, раз в неделю точно, а может даже чуть-чуть почаще. В общем, ладно, с вами был, как всегда, Скудер. Надеюсь, что вам понравилась эта серия, понравился мой рассказ о GT Sport.
комментируйте, задавайте свои вопросы в комментариях вот тут под видео. Ставьте пальчики вверх, можете вниз ставить, в принципе. Вот. Ну и увидимся в следующей серии на канале «Ни слова об играх».